Ну и жара. Убейте меня кто-нибудь. Желательно ледяным ножом. Твою мать, еще и комары. Откуда вы беретесь в плюс 40? Мам, а ты в курсе, что я сегодня ночью была в сауне? Что? В какой сауне? С кем? В той, что находится у меня в комнате. Даже ночью дышать нечем. Давай поставим мне кондиционер. Мы же уже поставили один. Тот, который в гостиной? Ну, спасибо. Мне от него ни холодно, ни жарко. Хотя нет, все-таки жарко. Доченька, ну, я бы с радостью. Но у нас нет денег на второй. На отпуск нет, на кондиционер нет. А я за все лето смогла искупаться только в собственном поту. Ой, ну чем тебе помочь, дорогая, а? О, а езжай к бабушке. Они там с Машей каждый день из шланга поливаются. Пожалуй, воздержусь. Там, чтобы заслужить шланг, надо весь день жука собирать и ягоды рвать. Тогда сходи в бассейн, там поплавай. Не хочу сама. Пошли вместе. Я не могу. Мне надо варенье варить. Вот прям надо, срочно. Конечно. Ягоды же испортятся. Тане предложи. Привет, мои дорогие. Вы не забыли, что лайк под этим видео можно поставить прямо сейчас? И напишите в комментариях, как проходит ваше лето. Я жду. Танюх, что делаешь? В Майнкрафт шпилю. А в бассейн не хочешь сходить поплавать? Надеть купальник и ехать через полгорода, чтобы посидеть в воде с незнакомыми людьми? Уже бегу. Кто бы сомневался? Алло, Ксюш, привет. Не хочешь в бассейн сходить? А, ты на море. Везет. Алло, Настя, привет, ты в городе? А, в Испании, на море. Понятно. Да в жопу себе свое море засунь, Наташа! Ну и что, что я тебе первая позвонила? Ненавижу лето! Делать нечего, все разъехались. Еще эта жара дурацкая. Ах, лучше бы его вообще не было. Ветер в хату! Ага, если бы. Привет, крестная. Ох и душно тут у тебя! Знаю, ну ты хоть не душни. Чего пришла? Услышала, что мой любимый лолипупсик не в восторге от лета. И как всегда спешу на помощь. Чип, Дейл и фея Галиночка спешат на помощь. Смешно. И как ты мне поможешь? Телепортируешь меня на море? Я бы с радостью, но сейчас разгар сезона. И все места в телепорте забронированы. Но зато я могу отменить лето. Вообще? Абсолютно. Полностью. Навсегда. Сделай это, пожалуйста, я тебя умоляю. Фекалий вопрос. Солнышко по небу ходит, времена года приводит. Но одно мы убираем, лето нахуй посылаем. Вроде ничего и не поменялось. А нет, стало прохладней. Уже хорошо. Лолита, а я не поняла, ты почему не в институте? В смысле, мам? У меня же каникулы. Какие каникулы? Обычные, летние. Ты чего? Что еще за летние каникулы? Ты прикалываешься? Сейчас какое время года? Весносень. Ну ты что, сама не знаешь? Какая еще весносень? Обычная. Которая после весны идет. И какие месяцы у весносени? Ну какие? Маюнь, маюль. Погоди, дай угадаю, и май-август. Какой еще май-август? Августябрь. Так что давай, собирайся на учебу. Прикол. Оба. Привет. Что смотришь? А мой любимый фильм «Холодное солнце пустыни».
А когда вы вернулись? Сегодня? Откуда? Ну, с дачи. Да с какой дачи? Что ж там делать весной-осенью? У тебя же там грядки, овощи, картошка. Тю! А смысл это все в мои сажать, если оно в мою не уже замерзает? Я туда только раз в год езжу, чтоб арбузы собрать. О, арбузы! Круто! Я хочу арбуз. Так угощайся! О, хороший был год, урожайный. А это точно арбузы? А шо ж это, если не арбузы? Яйца ёжика? Тань, чё делаешь? На пляж собираюсь. О, круто! Я с тобой. О, тоже хочешь позамерзать? Ты имела в виду позагорать, да? Нет. А что значит позагорать? А что значит позамерзать? Ну, ты сидишь на берегу, тебя пронизывает холодный ветер, ты кутаешься в плед и дрожишь от холода. Вот такая штука. Присоединяйся. Спасибо, я, пожалуй, пас. Кстати, ты не видела мой крем от обморожения? Хочу намазаться перед пляжем. Там что, прям так холодно? Думаю, да. На сегодня снег обещали. Снег? Так это ж весна-осень. День дождь, день снег, день дождь со снегом. Так что надо ловить момент, пока погода хорошая. Все, я погнала. Мам, ты сходила в институт? Да, сходила. Молодец. Будешь горячий мохито? Горячий? А какой еще? В такую погоду самое то. Нет, спасибо. Мам, где Маша? Кто? Маша, твоя дочка, моя сестра. Твою сестру вообще-то зовут Таня. И сейчас она на пляже. Замерзает. Про Таню я знаю. А Маша где? Третья сестра. Лолита, ты что, на солнце перемерзла? Какая третья сестра? У меня две дочки. Я точно знаю. Я же вас сама рожала. Есть еще и третья. Ты что, забыла, как вы с папой ездили в Египет? И ты оттуда вернулась беременной. Мы никогда не ездили с папой в Египет. Что нам там делать? Мы же на лыжах не катаемся. Ты сейчас про водные лыжи говоришь? Какие водные? Обычные лыжи. С горы ехать. А в Египте что? Снег? Нет, блин, песок. Ты как будто в школу не ходила. Галина! Бланка, боль-боль. Чего? Ничего, забей. Ты не знаешь эту рекламу. Где Маша? Куда ты дела мою сестру? Я? Это все ты. Отменила летний отдых. Вот родители никуда и не поехали. И не сделали тебе сестричку. Я не отменяла летний отдых. Я просто хотела, чтобы не было жарко. Тю! Так попросила бы у меня кондиционер. А что, так можно было? Блин... И как теперь вернуть все обратно? Очень просто. Тебе надо доказать, что ты любишь лето. Конечно, люблю, обожаю, клянусь. Ну, не так просто. Тебе надо искренне полюбить все то, что ты ненавидела в этом времени года. Обожаю жару. Ох, как мне нравится потеть! Солнце, это все, что ты можешь? А ну, поддай жару! Давайте, комары, ешьте меня, не стесняйтесь! Жрите на здоровье! Сосите, сколько влезет! Мужчина, я прошу прощения, вы сегодня мылись? Я что, похож на миллионера? Каждый день мыться. Отлично, тогда я рядом с вами в автобусе поеду. Больная, что ли? А если бы я тебя в автобусе нюхать начал?
Маша, ты дома? Ну да. А где же мне еще быть? Боже, я так рада тебя видеть. Иди обниму. На солнце, что ли, перегрелась? Я на даче всего неделю была. С чего такая любовь? В следующий раз я еду с вами. А сейчас хочешь пойти в бассейн? Конечно! А то неделю мыться шлангом – такое себе удовольствие. Опа! Я с вами в бассейн. Как раз давно хотела проверить, правда ли, что там вода красится, когда в нее, ну, это самое...